он не вернулся из боя. Сегодня в Самарской школе номер 118 почтили память своего выпускника Алексея Шпилевского, погибшего при исполнении воинского долга во время проведения СВО. На торжественную линейку пришли родственники, друзья и сослуживцы гвардии старшего сержанта. Антон Колодников с трудом сдерживает слезы, ведь он потерял друга детства. Он был замечательным человеком. Много меня научил. Он был чуть старше меня. Он дал мне много советов, которые помогли мне в армии. Он провожал меня в армию, встречал меня с армией. И потом принял решение идти и посвятить свою жизнь службе Родине. В знак памяти в школе сегодня торжественно открыли мемориальную доску. Алексей Шпилевский решил связать свою жизнь с армией в 2013 году. За годы службы он не раз бывал в горячих точках. С началом специальной военной операции снова оказался на передовой. Бой у села Деброво 30 апреля 2022 года стал для него последним. Погиб в неравном бою против националистического подразделения «Айдар». Их было в 5 раз больше. В том бою погибло 8 человек. Их всего было 10. В том числе и Алексей среди них находился. Двое выжили, но они уничтожили в 3 раза больше. За самоотверженность, мужество и отвагу Алексея Шпилевского наградили орденом мужества посмертно. Говорить очень тяжело, но я хочу обратиться к ребятам, школьникам. Дорогие, помните всегда, что в этих стенах учился герой, который пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы мы с вами сегодня могли здесь стоять, чтобы над нами было небо без ракет, вечная память героя. Последний раз со своей семьей Алексей разговаривал за неделю до гибели. Получив контузию, он был у врача и нашел возможность позвонить. У гвардии старшего сержанта остались 2 сыновей. Расскажу, что их отец героически погиб при военных действиях, боевых, защищая наше мирное небо над головой, чтобы спокойно ходили, гуляли, радовались жизни, как наши дети, так и все мирные жители. Велена Шпилевская говорит, что когда сыновья вырастут и захотят, как и их отец, пойти служить по контракту, она в этом решении детей обязательно поддержит. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.